Всем привет! А у нас наконец-то наступило лето! Тепло, солнышко, и Аркаша опять загорает. Аркадий, тебе нравится? Да, Аркашенька. Ему явно витаминки D уже не хватает, потому что когда лампу включаю, он от нее даже не прячется. То он, когда ему не хочется, он от нее уходит на другую жердочку, а сейчас загорает и под лампой. Видите, как на солнышке греется птичка. Аркаша любит. Давненько не было такой хорошей погоды, чтобы Аркашу выставить. Там птички поют. Да, Аркаша? Да. Было когда совесть к нам в окно зайти. Не надо, были чужие птички. Аркаша. Аркашка. Ну ты хоть птичкам что-то расскажи. Да, как ты завез, как у тебя дела? Аркаша загорает. Я рада, что наконец-то тепло, наконец-то. Лето пришло, ура, дождались. Сезон дождей закончился. Люди ходят, Аркадий. Ну, только одна проблемка. А мел он что, уже снял, да? Карантин. А нет, есть мел. Что, Аркашенька, там еще и мелок у тебя висит. И мордочка грязная, поел, не вычистился. Да, там другие наши птички возмущаются, что Аркаша гуляет, а они нет. Только одна проблемка, тут карантин. Ну, карантин уже смягчают. В общем, вот так мы гуляем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!